Знаешь, почему в Советском Союзе каждый семиклассник знал формулы сокращенного умножения? Потому что его не заставляли зазубривать, ему объясняли, откуда они берутся. Выведем формулу квадрата суммы. Возьмем квадрат со стороной x плюс y. Тогда площадь этого квадрата – это x плюс y в квадрате. А теперь две стороны этого квадрата разобьем на отрезки длины x и y. Теперь проведем горизонтальную и вертикальную линию так, что наш квадрат распадется на квадрат со стороной x, квадрат со стороной y и два прямоугольника со сторонами x и y. Ну, а теперь с одной стороны площадь нашего квадрата – это x плюс y в квадрате, а с другой стороны – это площадь квадрата со стороной x, x квадрат, площадь двух прямоугольников – это 2x, y, и площадь квадрата со стороной y, y квадрат. Ну вот отсюда мы и получаем, что x плюс y в квадрате – это x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат. Теперь ты точно не забудешь эту формулу.